Мне очень многие приходят и говорят: Виталий, мы посадили вас в это кресло. На самом деле меня никто не садил, я сам пришел и взял на себя эту ответственность. Как сказать, не все у вас в порядке. Лично, я имею в виду... Вы знаете, очень долгое время гуляло, до сих пор даже гуляют мои крылатые выражения. Когда 2 месяца 4 заместителя лежали в кабмине. Так что, в кабмине сейчас кто-то лежит у вас? Ну, слава богу, после того крылатого выражения на протяжении 2 месяцев 4 заместителя лежали, и уже они, после того, как я обратился, они уже работают. Их согласовали, подание согласовали.